Известный пианист Игорь Полтавцев открыл встречу творческой интеллигенции Звенигорода. Повод – презентация книги «Легендарная деревня Шихова» из серии «Промыслы и ремесла Звенигородского уезда». Украшением вечера стала Анна Шатилова, легендарный диктор телевидения, которая свои детские годы провела как раз в Шихово. Она вспоминала, как внимательно слушала тогда самое главное средство массовой информации – радио. И я почему-то в голове, я тоже буду диктатором. Откуда такое слово «диктатор»? Ну вот, видите, я стала и диктором, и диктатором. Да. Легендарная деревня Шихова – это большой обзор почти двухвековой истории музыкального промысла в Звенигородском уезде. Огромное количество уникальных фотографий, интервью с умельцами, работающими и сейчас. Неторопливое, вдумчивое повествование о музыкальных инструментах и династиях, которые эти инструменты делали. Написать эту книгу хотелось правдиво, без пафоса, литературно, но одновременно по-простому. Чтобы каждый читатель смог прочувствовать то чувство, которое сидит внутри каждого музыкального мастера. Сбор материалов для проекта велся на деньги президентского гранта. А вот издать весь этот материал на свои деньги взялась Яна Поляруш. Команда проекта сделала для нее неожиданный подарок. Собрала подписи всех героев книги, всех мастеров. О них-то и думала издатель, когда взялась за этот проект. Вообще, в целом, задача проекта, вот прям совсем широко, чтобы к мастерам пришли ученики. Да, вот вы знаете, мне когда эту мысль сказали, я сказала, я в теме, я с вами, я буду делать эти книги. Меня прям это очень сильно впечатлило. Один из героев книги «Балалайчных дел» – мастер Дмитрий Кононов. Книга для него – это многодневные, многочасовые интервью команде проекта. Говорит, дело утомительное, но ни о чем не жалеет. Реально мало кто знает о Шихово, ну, о тех, кто делает инструменты, откуда они вообще берутся и чем отличаются мастеровые инструменты от фабричных. Вот, собственно говоря, мотивы. Книга станет бесценным источником информации для краеведов Подмосковья. Факты, даты, имена, истории – все это кропотливо и бережно запечатлено на страницах. Несомненно, издание станет одним из тех раритетов, чья ценность каждым годом будет только расти. Полина Бахова, Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».